Поначалу у нас были проблемы с настройкой оборудования, с неимением, незнанием, где заправляться, как заправляться. Но когда были технические проблемы внутри Европы, Газнет их решал. Перестало работать оборудование, мы получили новый компьютер, водитель несложно его поставил, перепрограммировал. Все это помогли нам сделать Газнет, прямо не выезжая из Европы, в Голландии осуществили ремонт. Мы довольны этими инвестициями в ГАЗ и считаем, что за этим будущее.